Число погибших в результате начавшихся вчера утром в Триполи столкновений между двумя группировками, действующими на западе страны, увеличилось до 23, а число раненых до 140 человек. В заявлении Министерства здравоохранения Ливии говорится, что больницы и медицинские центры подведомственные Министерству здравоохранения в Триполи с раннего утра подвергаются обстрелам и бомбардировкам. В заявлении посольства США в Триполи отмечается, что оно глубоко обеспокоено ожесточенными столкновениями, повлекшими гибель мирных жителей Триполи.